Итак, следственный изолятор 2 января. Так, начнем. Фамилия? Я не помню. Имя? Я не знаю. Жена, дети? Нет, спасибо. Национальность? Антисемит. Идиот? Нет такой национальности, идиот. Так, давай по порядку. Как ты оказался на Майдане? Ну, если идти по порядку, сначала надо выяснить, как я оказался в Киеве. Потому что сам я из Николаева. Ты что, вообще ни хрена не помнишь, что ли, а? Товарищ начальник, я все помню, помню. 31 декабря мы с ребятушками сели за стол, так, выпили. Но... Вышли на балкон, покурили, и тут бац, ты со своими вопросами. Это ж сколько надо было выпить, а? Я не знаю, я когда начал бухать, я уже был пьяный. Ёлку сам рубил? Сам. А почему тогда при задержании ты кричал «Коля, беги»? Тут два варианта. Либо я был не сам, либо Колька – это я. Разберемся, Коля ты или не Коля. Куда собирался елку девать? Вот вам интересно? Нам было досмотреть до конца. Не останавливать меня. Может, я вообще ничего не рубил. Может, я гулял по Майданочку. Мало ли он же ли людей с топором по Майдану гуляет. Конечно, у нас же все с топорами ходят. Ну, тем более. Кассирша говорила, что ты хотел ее изнасиловать. Брехня. Брехня. Откуда она знает? Я ей не говорил. Так хотел или нет? А что? А то, что это статья. О, обо мне напишут? А тебе уже написали. Очень много, подробно. И на двух страницах. Вот ой, протокол. Ёлки ему было мало. Быстро отвечай, почему при задержании у тебя на голове был мусорный пакет? Ты мусор, ты разбирайся. Ты как дам? Зачем ты при задержании оскорблял старшего лейтенанта? Это, товарищ начальник, я клянусь, я этому дебилу конченому слово плохое не сказал. Все, хватит. Я требую секса с адвокатом. Может, встречи? У меня нет времени на встречи. Не будет тебе адвоката, придурок. Вы меня все время оскорбляете, вы злой. Я все, я буду разговаривать только с Дукалисом. Ты охренел, что ли, скотина пьяная? Да, мой, извините, можно один звонок? Нельзя. Один звонок жене. Нет. Жене. Жене, господи. Жену ли? На, звони. Спасибо вам большое. Сейчас. Алло. Жена, привет. Я пьяный в ментовке. Забрали меня, да. Сама ты алкаш. Сама ты козел, понятно. Сама ты пошел, ты все, хватит. Спасибо. А ты смотри, а? Это ни хрена не соображает, а телефон жены своей помнит, а? Не, ну если в вашем телефоне под словом «жена» сохранен номер моей жены, тогда, конечно, да, помню. А если нет, то дома тебя, товарищ, ждет сюрприз. В камеру, это тебя ждет сейчас сюрприз, ты понимаешь?